А критик кто? Друзья и родители, восхищающиеся творчеством молодых дарований. В какой-то момент пишущим становится мало только этого внимания. Хочется понять, как воспримет тебя большой литературный мир. Форум молодых писателей – один из многих трамплинов к серьезному осмыслению своего творчества. Писательские мастер-классы и критика произведений от уже признанных мастеров пера. Вот что второй год подряд привлекает в Ульяновск десятки молодых авторов. В этом году мы с вами собрали более 150 талантливейших молодых людей из 47 регионов России, из 11 зарубежных стран. К нам приехали и 45 прекрасных, но одновременно строгих экспертов, знатоков своего дела, замечательных писателей мирового уровня. Эксперты серьезные. Писатели и поэты с мировым именем, редакторы профильных журналов, директора музеев. Оценки строгие, но справедливые. При этом, несмотря на конкуренцию, атмосфера на форуме царит дружелюбная. Какую-то группу ребят выделяем, и они сами выделяются, потому что мы выпускаем сборники. Сборники «Новые писатели», где и драматурги, и детские писатели, и критики, и прозаики, и поэты. Печатаются все лучшие произведения, которые на этом форуме отмечены. Мы выпускаем отдельные книги. Мы рекомендуем ребят в литературный институт после таких форумов. Евгения Дейкина на форум приезжает уже в четвертый раз. Писательство занимает значительное место в ее жизни со студенчества. Два литературных образования и работа сценаристом на телевидении. Остросоциальные рассказы ее авторства, как считает сама Евгения, помогают читателю найти выход из тяжелых жизненных ситуаций. В литературу я вошла только с помощью этого форума. Я выиграла конкурс, сюда отобрали мои рассказы. После этого я попала в семинар Евгения Анатольевича Попова, который меня и сосватал в толстый журнал «Октябрь», после которого я получила всяческие премии, меня приняли во всякие союзы, и издательства начали меня публиковать. Форум помогает отечественной и национальной литературе развиваться, открывать новые имена для широкого российского и международного читателя, а также, что не менее важно, сохраняет и приумножает культурные богатства страны. Валерия Чурова, Бахтияр Салтанов, репортер 73.